делают? Вы что делаете? Я сам четверых детей воспитываю. В Казахстане рвы раздеть. Почему вы все молчите, я не могу понять. Почему вы даете беспредел делать? В Казахстане вы подборите людей, что делать с людьми. Я Балагазов Тимур, я здесь вырос. Я не допущу, чтобы здесь в стране такой был беспредел. Я здесь народом буду. Надо будет, я умру, и мои дети не будут здесь жить в этой стране в таких условиях, как сейчас приводит нам Назарбаев. Хватит, жалко, хватит, оставь, иди со своей семьей, занимайся. Занимайся своими детьми, людьми, своими близкими, отставь народ. Дай людям жить нормально, спокойно. У меня четверо детей. Да пусть делают, да пусть! Пусть там, на! Что вы сидите? Молчите все! Да пусть так нельзя делать! Вы же мужчины, вы же за народом, блядь! Вы за народом, блядь! Зачем вы так делаете? Я четыре детей воспитываю!